есть красного ошлемники Дмитрий Колтаков, синим ошлемники за команду СТВС «Достав Свердловской области», город Каменск-Уральский. И Никита Богданов в белом ошлемнике, Николай Красников в желтом ошлемнике за команду «Башкортостан» Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова, город Уфа. Под ваши аплодисменты, друзья! Плотно сейчас стартовали спортсмены. Коробочку берут Никиту Богданова, отборщики из Каменск-Уральского. Но посмотрите, как просто сейчас Никита Богданов. Пока идет вторым, лидирует Дмитрий Хомицевич. Никита Богданов прыгает из поворота, отходит своего соперника и устремляется вперед. Дмитрий Хомицевич, на третьей строчке Дмитрий Колтаков. Тренирует Никита Богданов. Первый Никита Богданов, второй Дмитрий Хомицевич, третьим Дмитрий Колтаков, четвертый Николай Красников. Итак, завершающие повороты, что же нас видим здесь? Прибавляем! Три балла зарабатывает для своей команды Дмитрий Хомицевич. 2. 1 балл Дмитрий Колтаков и 0 Николая Красникова. Пятьдесят девять и пять.